В минувшие выходные в Ивановской области зарегистрировано 4 пожара с гибелью людей. За несколько дней стихия унесла жизнь 6 человек. Сразу 3 погибли на пожаре в Шуе. Трагедия случилась вечером в пятницу. Загорелся частный дом на улице 8 Кочневская. На момент прибытия 1-го пожарно-спасательного подразделения огнем было охвачено 150 квадратных метров жилья. К сожалению, на месте пожара было обнаружено тела 3 погибших. Это семья, сын и 2 пожилых людей. К ликвидации пожара привлекалось 18 человек личного состава и 6 единиц техники. В настоящее время по данному факту создана следственно-оперативная группа, изъяты с места пожара объекты для возможного исследования, опрошен круг лиц, проводится доследственная проверка. И первоначальная версия, наиболее вероятная причина возникновения пожара – это неосторожное обращение с огнем при курении.